Президент подписал указ о приеме в белорусское гражданство 401 человека. Из них 86 детей. В основном это приезжие из Донецкой и Луганской областей. В списке также иностранцы из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, России. Всего же с августа 2021 выдано больше 5500 новых паспортов. В стране начинает расти число случаев заражения COVID-19. На данный момент увеличение незначительное, и теперь заболевание становится больше похоже на сезонное. По данным Минздрава, вспышка коронавируса ожидается раньше, чем гриппа. Ждут медики ее в сентябре. В республике определили правила оказания туристических услуг. В частности, детально расписаны указания по перевозке, размещению и экскурсиям. Есть и пункт про несовершеннолетних. Педагог не может быть руководителем группы, если он не работает в турфирме. Также прописаны инструкции по обслуживанию людей с ограниченными возможностями. В Беларуси на сегодня объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла. Ночью не опустится ниже плюс 15. Стоит ожидать кратковременные дожди и грозы. Знойная погода продержится в стране как минимум до конца рабочей недели. Бобруйчане присоединились к масштабному обновлению Хатыни. 40 активистов Белой Руси Ленинского района переносят кирпичи и убирают строительный мусор. В год исторической памяти указом президента мемориальному комплексу присвоен статус всебелорусской молодежной стройки.